Перешка, да вот это место сцены, сегодня поговорим про уважаемый вами Китай. Все мы, вернее, российские автолюбители, начали хорошо интересоваться китайскими автомашинами, они такие шикарные, качественные. И, короче, мы все уверены, что Китай, он на волне прогресса. Но раз они такие умные, давайте посмотрим, что они заправляют. Вот пример. Это АЗС в Китае, у них есть 92-й бензин, ну как у нас, 95-й бензин есть, 98-й есть и 101-й. Зачем нужен 101-й? Он же не нужен нашим моторам, а тем более китайским. Как мне написали, китайские моторы спокойно ездят на 92-м бензине, понимаешь, да? Давайте разбираться. Для чего нужен 101-й бензин? Для моторов с высокой нагрузкой и большой степенью сжатия. Ну как у нас, вот 2-литровый мотор, высокая нагрузка. Но чтобы бедный китаец не парился, не выбирал между 92-й и 95-й и не читал всякую херню там, в бардачке, который называется руководство по эксплуатации, у китайцев на АЗС вот такая вот таблица. Здесь черно по белому написано «голубая сила». Это 101, переводится как «голубая blue power». Все толерантные такие, о, голубая сила. Короче, видишь, такая. Тут написаны моторы и машины, в которые необходимо лить 101 бензин, который стоит почти 10 юаней, это 130 рублей. Кстати, у нас скоро бензин тоже, походу, будет 130 рублей. Кстати, после сентября цены на бензин пойдут вверх. Ёпты, да, на самом деле уже пошли. Короче, чтобы ты, не дай бог, бедный китаец не залил свою Cherry Blue Power, тут написано Audi А7, А8, 4-литровый, 3-литровый, Q7, S6, короче, R7, и потом... Так, что это такое? Я китайский чуть знаю. Это BMW, 5-ки, 6-ки, 7-ки, Z-ка. Потом Merc AMG-шные. Потом, 2-литровый турбо из какой-то модели. Porsche, Panamera, Macan, Boxster. Потом Fuji. Че, хрен знает, что такое за Fuji. Потом Nissan 350Z. Потом Infiniti всякие 3-литровые. Потом 3,5 литра Lexus. Потом Volvo. XC Classic 500, S90, Volvo можно лить, XS90, потом можно лить, куда? В Jaguar лить необходимо просто, потом в этом, что там у Джеймса Бонда-то, блядь, как тачка называется? Aston Martin, да, потом в Lotus надо лить, потом SRT, это Dodge, Jeep Cherokee, это Cherokee, потом 3,5 литра, это кто это? Мустанги, ёпты, мустанги лить надо, потом в пикапы эти лить надо, в кадиллаки надо лить, потом в акуры лить надо, Калифорния, F15 Берлинтина, Феррари, Хуракан, Авентадор, это Ламборгини, и Чиби, Гран-Туризмо, это Мазерати, понятно? Вот не дай бог ты его, дурак, зальешь это все, блядь, в свой череп, взорвется же нахрен, мотор улетит в космос, блядь, видите, бензины. Вот это переводы тут, а то мне не поверил. Фишка такая, что, видите, можете залить себе такое топливо. Вот он, вот реальный АЗС, 101, бензин 95. Вот, девушка показывает нам, что бензин 92, он без присадок почти, 95 с присадками он цвет меняет, и 98 с присадками он желтеет. Это у нас, я нашел качество бензина в Японии. Тут, сейчас будем читать переводом. Итак, у них так, пятая сторона, потом ихний, этот китайский, надзирательный орган Евросоюз, США, Япония. Так, 92, 95, 95. Так, содержание серы не более 10 везде. У нас то же самое. В США не более 30. Ебать, там вообще жопа. Вы говорите, в США крутой бензин. Блин, говно бензин, там серы. У них масло там улетает в космос. Они там даже не парятся по маслу. Там нет канала Стас Н. Там все бараны просто, пацаны. Вот и все. Мы-то все умные, блядь. Так, содержание бензола. Бензол это яд, не больше однерки в стран пятой стране. В Китае не больше 0,8, у нас не больше однерки. В Евросоюзе 1, в США 1. В Японии такой параметр не знают. Потом содержание олефенов не более 24, пятая страна. Что за пятая страна, хрен знает. Китайский у нас 18, у них, видите, 18-15, у нас 15-30. Евросоюз 18. Ну, у нас, да, там пойдет. Потом содержание чего? Ароматических углеводов, это содержание олефенов у нас, вернее, не больше 17, а ароматических у нас не больше, помню, 40 вроде бы, да, вот. И пятая сторона 40, китайский 35. И температура не выше 50, тут 120, 110, 71, 120, 110. Так, к чему сыр-бор? Как вы понимаете, китайцы не тупые. Они понимают, чтобы мотор хорошо работал, там должно быть
высокооктановое топливо. У них даже есть такая пояснялка, почему ты должен заливать высокооктановое топливо. Машина станет мощнее не из-за топлива, а из-за того, что это топливо меньше подвержет детонации. И тогда ваш ЭБУ двигателя не будет делать откаты по зажиганию, и у вас будет угол опережения зажигания примерно 0,3, дыж, будет идеально работать. А когда детонация, он откатывается назад, там, ну там машина сама все знает, что ей делать. И при откатах уменьшается мощность. Есть режим двигателя, который запрограммирован производителем на заводе при идеальном работе мотора на идеальном топливе. Когда вы заливаете 95-й, там, 92-й, там, 98-й, все, что ниже сотки, это портит ваш мотор, уменьшает его мощность, и вы получаете неполноценную автомашину, вы получается не полностью, неполноценно пользуетесь своим транспортным средством, вы не получаете все, вы получаете лишь кусочек чего-то или даже объедки, понимаете? Вы сами себе кормите помоями. Ну да, сейчас все дорого, как теперь, ну, деньги же с неба не падают, поэтому вы смотрите канал Стасен, мы будем разбираться с топливом, и в конце концов мы протестим все на самом дорогом тестере бензина и масла в России, то на этой Шкоде Октавии А8 залить 2 литра, который сейчас стоит, ну, 4 миллиона рублей. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.